В Архангельской области на России военный КАМАЗ под управлением контрактника совершил наезд на пешую колонну срочников. Колонна двигалась строем по обочине, когда водитель решил сыграть в боулинг и выбил страйк. Два человека сразу получили по 200 рублей и отправились на тот свет. Еще 11 человек получили сильные травмы. 22-летний военный по имени Срапил совершил наезд на пешую колонну, в которой шли строем 20 человек. Вот такие происшествия на России помогают ВСУ быстрее одержать победу. Выражаем благодарность Срапилу за проявленное мужество в борьбе с российским агрессором. Ну и надеемся, что это был не последний приятный сюрприз с его стороны. Ведь скорее всего, ему ничего не угрожает. Но максимум отправят на передовую. А там он тоже сможет почудить. Лично я предполагаю, что этот инцидент на России произошел на межнациональной розни. Возможно, водителя кто-то обидел или подал знак средним пальцем. Недолго думая, Истропил эмоционально отреагировал. Походу тормозить он не слишком спешил, раз практически по всей колонне проехался. Хотя может быть педальки перепутал. Но бывает, мы его не виним. А вы подумайте. Город Архангельск. За рулем Исрапил. Наверное, он возомнил себя Архангелом Азраилом, ангелом смерти в еврейской и исламской традиции. А он помогает людям перейти в иной мир. Вот и решил, что пора помочь срочникам быстрее перейти в иной мир и облегчить их муки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.